излишне говорить о том, что спарринные игры вот так и будет всегда. Мне кажется, в любом туре, в любом этапе там развития чемпионата, потому что два дня одинаковых не могут быть. И здесь мы понимали мотивацию соперника, желание как раз в первую очередь играть на результат. Да? Однозначно мы довольны результатом. Я благодарен в очередной раз команде за терпение, за преодоление трудных моментов в игре. Но я также рад тому, что мы это смогли в игре сделать. Когда у нас игра не складывалась и были сложные, трудные моменты, в это время не было такого, что команда она искала оправдание. Нет, она искала возможности исправления тех ошибок, которые мы допускали. Слава Богу, что во втором тайме мы более-менее сбалансировали атакующую игру, мяч больше держался, и тем самым мы контролировали больше игру, чем в первом тайме. Да? И хочу сказать, что в данный момент мы очень рады результату, потому что брать на выезде 6 очков против Блика – это непросто, однозначно непросто. Мы рады этому, но, с другой стороны, есть над чем задуматься, подумать и исправлять те ошибки, которые в игре у нас есть. И слава Богу, что это только начало чемпионата, у нас есть возможности и будут, наверное, эти паузы, где мы должны над этим работать, да, над теми нюансами в игре, которые нам мешают все-таки еще более целостно контролировать игру. Соперника хочу поблагодарить за игру, за действительно сложную, интересную игру, но я искренне могу сказать, что я ждал такую игру сегодня, после вчерашней все-таки такой, нельзя сказать, что легкой, но по счету, да, мы вели, контролировали игру, а сегодня я ждал, что будет сложно, и как раз так все и получилось, и хочу пожелать сопернику удачи в будущем.